Сейчас мы проведем небольшой видеоопрос на тему градостроительной политики города Барнаула и варварских действий компании SELF, олицетворяющей точное строительство. На этом месте построен памятник модернизма 80-х годов, хоть и не закрепленный в реестре культурных объектов города. В Барнауле есть река, но нет речпорта. Спасибо власти за это. Можно узнать ваше мнение? Как вы относитесь к тому, что на месте речпорта будут возводить две 40-этажки? Отрицательно. Да. Спасибо. Пожалуйста. Против. Против? Да. Против. Против? Конечно. Плохо. Спасибо. Как-то не очень, наверное. Что-то не очень. Хотелось бы, чтобы для людей, чтобы что-то такое. Вчера только с мужем разговаривали, мимо проезжали. Очень плохо. Нет, он должен остаться речь вокзала. Спасибо. Знаете, вообще, я с 90-го года рождения, мне привычно вот это здание. Ага. И я, знаете, если честно, против. Против? Нет. Спасибо большое. Нет. Ну спросите, она должен быть речной вокзал города Барнаула. Да, да. Это вот 100%. Как мы без речного? Спасибо как большое. Марина, отвратительно закроют все на берегу реки. Зачем такие высоты? Конечно. Спасибо большое. Ну, она не очень хорошо. Что-то аналогично, но новое было бы. Другой вопрос. А так? Ну, против двух 40-этажек. Я же не архитектор. Ну, наверное, это не совсем правильно. Ага. Все, спасибо. А нет, 40 этажей. Вот это вот такого действительно произвола. Это беззаконие. Это беззаконие, это произвол. Нас, к сожалению, никто не спрашивал, за мы или против. А мы против вот этих застроек, вот этого беспредела, который у нас творится. Все перекопано. Люди не могут съездить нормально отдохнуть. А вы знаете, какая компания застраивает? Не знаю, на Москву, наверное, какая-нибудь. SELF. Компания SELF. На Октября дом со шпилем тоже их творение. Нет, не знаю. Нет? Компания SELF. Вот на Октября дом со шпилем, вот это тоже их проект. Понятно. Спасибо за мнение. Ну, там я еще как бы прощаю, а здесь лучше бы не надо. Как вот есть, так и пусть останется. Спасибо. А знаете, какая компания будет застраивать? А вот здание на Октября, которое со шпилем, вот компания SELF. Все, это детище их. А не знаете, какая компания застраивает? Понятия не имею. Вот компания SELF, вот на Октября дом со шпилем, который новый, тоже их творение. SELF знаю хорошо, знаете, очень хорошо знаю. Как вы к ней относитесь? Может, наше мнение, может, что-то решить? Конечно, бы очень бы хотелось. Угу. Спасибо. Каждый год раньше всегда восстанавливали все эти здания, исторические особенно. За ними сейчас никто не следит, но они никому абсолютно не нужны. Памятники архитектуры вообще в страшном состоянии, просто все разбито, я не знаю, куда кто смотрит, неужели нет никаких, нет поднадзорных каких-то органов, которые бы контролировали работу наших властей, ну неужели нет? Примечательно, что видео мы оставили практически всех опрошенных людей, за исключением тех, кто не принимал участие в опросе или же отказался от участия в съемке. Так о какой поддержке заявляет компания SELF? Мы проводили опрос лично, а ведь сколько еще комментариев в негативном ключе оставляют наши граждане в социальных сетях. В интернете опрос проводить легче, но и цифры для SELF будут не лучше.